Всем привет! Гуляем по Эрарте. Выставка Алексея Ланцева. Она называется «Организованный оптимизм». Вот как написано в анонсе. Чистые краски и декоративные пятна, которые превращаются в реалистические образы за счет линий и деталей. Хорошие, добрые картины, как мне показалось. Они мне понравились. Действительно светлые, яркие, без депрессника, городские сюжеты. Художник создает картину «Отпуск», картину путешествия. Его задача – вытолкнуть зрителя из повседневной круговерти, дать ему немного отдохнуть, почувствовать легкость бытия от себя самого. Так написано в анонсе выставки Алексея Ланцева. Кстати, он родился в 70-м году в Краснодаре. В 86-м окончил Краснодарское художественное училище. Выпускник Московского государственного художественного академического института имени Сурикова. 96-й год. Обучался в мастерской Андронова. Очень много выставок. Практически с 96-го года каждый год он делал выставки. Не только у нас, но и за рубежом. Работа находится в музеях частных коллекциях в Новосибирске, Германии. Кстати, в коллекции Мстислава Ростоповича и Галины Вишневской. В коллекции посла Исландии, в частной коллекции США, Франции, Швейцарии, Германии, Гонконга, Израиля, Англии, ну и так далее. Действительно красивые картины, а то, что красиво, есть красиво. Картины написаны в Италии, Франции, Португалии, Грузии, Турции. Положительное впечатление. Всем рекомендую сходить и посмотреть работы Алексея Ланцева. Музей РАД. Выставка называется «Организованный оптимизм». Будем оптимистичны, все будет хорошо. Эй, все, пока, всем привет, до свидания. Thank you.